Приветствую зрителей канала «Мудрая рядом». Зимы у нас, к сожалению, малоснежные. Снега бывает мало, да и снежок, который мы занесем в квартиру, быстренько растает. А хочется поиграть снежком даже в квартире. Бросил, и он на елочке. Можно даже дома устроить игры со снежками, бросая друг в друга. Это будет не больно, а очень весело. Давайте вместе сделаем такие же снежочки. Нам надо формат бумаги А4 сложить пополам и разрезать. Мы разрезали в длину, еще раз сложим пополам и снова разрежем. Сложим две части вместе, потом их согнем пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. У нас получится очень много полос, которые надо нарезать. Полосы могут быть неровные, так как и снежок не имеет четких границ. Образовавшиеся полосочки закрутим с помощью ножниц с одной стороны и с другой стороны. Так поступим со всеми. Когда у нас все полосочки уже кудрявые, смазываем серединку и совершенно хаосно, без определенного порядка, в серединку вклеиваем все-все полосочки. Вклеиваем так, чтобы как можно меньше было промежутков. Когда все наши кудряшки сложены и склеены, переворачиваем в обратную сторону, немножечко выгнем. И теперь по очереди в обратном направлении начнем склеивать между собой ровно половину этих кудряшек. Немножко придерживаем, потому что конструкция такая у нас шаткая. Друг дружки, все они держатся. Практически половинка уже склеена. Все остальные, которые остались ниже, мы просто немножко поднимаем кверху. А внутренние, которые остались внизу, соединяем между собой, загибая и образовывая шарик, комочек. Это легко, быстро и просто. И в периоды карантина, локдауна, можно будет поиграть дома всей семьей в снежные баталии. Ну и, конечно, украсить елку. Весело играйте, никогда не унывайте. Всех с Новым годом! Всем пока-пока!